Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях иерей Валерий Духанин. Батюшка, здравствуйте, приветствую. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да, поздравляем вас с началом рождественского поста. И я вас сердечно поздравляю, всех наших дорогих телезрителей. Дай Господь вот с духовным вдохновением, таким вдохновением сердечным вступить в это поприще. Потому что самое главное — это когда у нас душа радуется. Вот пост наступает, и душа должна возрадоваться, потому что это новый такой период, когда мы можем отложить все суетное, то, что там нам мешало, какие-то земные мелкие такие дела, и с открытой душой обратиться ко Господу. Да, именно так. Нам повезло, у нас церковный календарь нам предлагает разные способы, чтобы как-то себя в чем-то ограничить, собраться, заглянуть внутрь себя. Но это внешне ограничить, внешне, а на самом деле внутренне освободиться. Чем меньше груза, да, тем легче Работать к небесам. Работать, получается, нужно в связке. Да. Я бы хотел напомнить, что нашим телезрителям, что вы можете нам писать свои вопросы в WhatsApp, Telegram, поэтому обязательно пишите. Если сегодня что-то не озвучим, обязательно озвучим в будущих программах. Так что, если сегодня что-то ваш вопрос не прозвучал, не расстраивайтесь, смотрите нас далее, и вопрос ваш прозвучит в программах, батюшка на него ответит. А вот такой вот вопрос к нам пришел от Елены. Вот, существует ли проклятие, конкретно материнское проклятие? Можете ли мать проклянуть? Елена как-то вот перепугалась, наверное, да? Конечно, мне сразу хочется ее успокоить, что вы лучше выкиньте из головы, поэтому какие-то лишние мысли. Часто как люди, что вот у них беды случаются, и они думают, может быть, там кто-то проклял. А некоторые действительно сообщают, что вот там меня, там родители проклинали. Это, конечно... Есть такая даже фраза, да. Что самое страшное — материнское проклятие. Да, и, конечно, у людей все криво, понимаете? Вот человек в каких-то отрицательных эмоциях сидит, в негативе, и он начинает это выплескивать, раздражается на ребенка, а за речью своей не следит и не пойми, чего будет произносить, ругаться на своего ребенка. И, конечно, это все плохо. Почему плохо? Потому что человек вместо благословения изрыгает проклятие. И вот нужно понять, что нам ведь на жизнь уделено не так много времени. То есть вот жизнь, она очень ограничена. И мы думаем, что вот потом когда-то исправимся, потом там будем более внимательны к своей душе, а ведь все нам дается вот в настоящий момент. В настоящий момент у тебя есть дети, с которыми ты можешь искренне общаться, которых ты можешь благословлять, да, вот, играть вместе, что-то там читать, изучать, ходить куда-то, пока они маленькие. Потом, подрастая, ты тоже можешь иметь радость общения со своим подростком ребенком, если ты научился с ним находить общий язык. А получается так, что люди коверкуют все в своей жизни, да, вот как жизнь получается, как плохо написанный черновик. Ну, потому что сами просто вот дается тетрадка с чистыми листами, что ты там будешь писать. А мы там всякие каракули какие-то пишем, 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 потом раз, закончилась тетрадка. И не понимаем, что подлинная радость, она совсем недалеко от нас. То есть вот есть у тебя какие-то близкие люди, родители, там, сестры, братья, и к ним обрати свою любовь, к ним отнесись с добротой, с отзывчивостью, и тебе самому от этого будет, ты счастье просто будешь испытывать, когда ты с добром, с любовью к другим людям относишься, то и на твоем собственном сердце будет что-то вот прекрасное, что-то сияющее. Счастье — это когда? Это когда мы сами любим кого-то и с добротой к нему относимся, а не когда кто-то нам все что-то вот дает, дает, mm-hmm. дает. Вот. А люди, получается так, что они сердце свое не очищают, и грязное сердце, оно выражается в грязных чувствах, в грязных мыслях, и это выплескивается наружу в грязных словах, и, соответственно, конечно, появляются в том числе и такие вот проклятия, которые люди изрекают. Ну, в общем-то, если проклятие, если так прямо сказать только, в общем-то, есть, конечно. Если мы Священное Писание откроем, то мы увидим, что вот уже как только грехопадение состоялось, да, то Господь какой суд изрекает? Он говорит змею за то, что тот соблазнил
Адама и Еву, что проклят ты пред всеми скотами полевыми. И это вот некое как бы осуждение. Понятно, что там дьявол, лукавый змей, воспользовался змеем видимым, чтобы искусить Еву. Но, и, соответственно, и проклятие относится прежде всего к дьяволу, да, который хуже всех скотов, хуже всех гадов земных, хуже всех присмыкающихся. И проклятие — это лишение благословения. То есть, по большому счету, проклятие — это антипод благословения. И дальше, конечно, когда вот в Священном Писании мы читаем, то, ну, допустим, вот хам, он поступил очень нехорошо, да, вот он насмеялся над наготой отца своего, и Ной, он как бы проклинает Ханаана за грех его отца, в том смысле, что уже их потомство лишается благословения Божия. Но тут надо что сразу подчеркнуть, и это вот святые отцы об этом говорили, что вот Божье проклятие, как некое наказание, оно действенно всегда. Так же, как Божье благословение, оно всегда действенно. Вот если Господь благословляет, значит, у человека будет благо, все исполнится. Как бы там люди не пытались строить какие-то ковы, да, как ну вот Иосиф Прекрасный, который там продали в Египет, да, а он был благословлен Богом, поэтому он возвысился в Египте. Вот. А если Господь лишает благословения человека, то вот это вот лишение благословения, это как антипод благословения, по сути, это и есть проклятие, вот как та смоковница, которая Спаситель в научении нам проклял, да не будет у тебя плода вовек. Ну, она обманывала, показывала уже вот там листья, да, что вроде как должны быть плоды, но на самом деле плодов на ней не было. И Господь в научение людям проклинает ее, и она тут же и сохла. Вот Божье благословение и Божье проклятие, оно всегда действенно. А вот человеческое не всегда. Понимаете? То есть человек может изрыгать какие-то злые слова, кого-то проклинать, но это не значит, что проклятие исполнится. И вот как в Священном Писании... А чтобы исполнилось? Что должно здесь случиться? Ну, что какая, получается, какая-то сила у человека есть? Да нет, или, нет. Или что происходит в этот момент? Ну, наверное, какие-то пути промысла Божии. То есть это не от человека исходит. Какие-то беды. Можно вообще говорить, будет как в стенку. Ну, конечно, да. Вот в Священном Писании там есть такие слова, что как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Угу. Если человек не заслужил этого проклятия, а пусть на него там со всей злобой, вот с ненавистью изрекают какие-то самые злостные проклятия, все это не сбудется, потому что оно незаслуженное. А сбудется когда? Когда оно заслуженное. Вот если оно заслуженное, то Господь может такого человека вразумить неким наказанием. И получается так, что даже человеческое проклятие сбылось на нем. Ну, получается как-то удовлетворение того, кто проклинал. Так, что или как-то вот... Если ну, вот нет, но ты если желаешь он... кому-то, например, смерти. На войне, например, врагу, проклиная его. Нет, как раз вот христианин на войне должен быть свободен от ненависти. Мне кажется, это очень сложно. От такой страсти ненависти. Почему? Потому что ненависть, она ослепляет душу человеческую. И будучи парализован ненавистью, ты теряешь здравомыслие, где ты можешь наделать ошибок, которые совершенно не нужны на войне. И вот такой настоящий солдат, он выполняет конкретные задачи военные, которые ему поставлены. То есть он действует не из ненависти или из попытки там отомстить кому-то, а он выполняет вот, вот строго поставленные задачи, да, нейтрализовать врага, там, занять опорный пункт. Да. Ну, понятно, что поскольку оттуда стреляют, приходится вот их устранять. Но это, тут надо понимать, что это есть некие вот задачи объективные, которые стоят перед народом, перед государством, и в нашем грешном мире приходится все это выполнять. Но как раз лучше быть свободным от каких-то проклятий, то есть не проклинать там никого, а лучше мыслью
и сердцем обращаться к Богу, и тогда Господь будет тебя сохранять, будет ограждать во время вот этих жестоких баталий, сохранит от пуль, и самое главное, ты сможешь решить вот эти поставленные задачи, если с тобой будет благословение Божие. А когда ты погружаешься в такую ненависть, да, человека ненавистничество, то просто можешь лишиться благодати Божией. И тогда сам окажешься под ударом. Если вдруг ты, проклиная человека, увидишь, что это проклятие сбывается, мне кажется, это страшно. Ну, в общем-то, да. Это, видимо, Господь, чтобы вразумить нас, чтобы мы как раз никого не проклинали. И, может быть, иногда Господь попускает для нашего вразумления. К преподобному Паисию Святогорцу, к нему как-то, значит, обращалась одна женщина, она уже в годах, и она говорит, что такое вот, дети болеют, я вот молюсь за них. Они это, какие-то неудачи. А он ей говорит, что он уже прозорливости сподобился, преподобный Паисий, он говорит, а ты вот вспомни, вот ты вот в детстве-то их не проклинала случайно? И она вспоминает, да, говорит, вот они плохо себя вели в детстве, и я по неразумию своему проклинал. Ну, какие-то даже слова она привела, которые она произносила. Я уж не помню там, чего она говорила. Но суть в том, что преподобный Паисий ей отвечает, что вот из-за этого у них и случаются беды. Потому что вот как материнская молитва, да, она имеет силу. Также, когда ты не молишься о своих детях, ты невольно как бы их лишаешь вот этой духовной поддержки, благословения, и Господь попустил это в том числе для ее вразумления. То есть прошло время, она увидела, что дети-то страдают, и получается, что она сама в этом виновата. И преподобный Паисий ей сказал, что она должна вот в этом исповедоваться, покаяться, да, и тогда все это будет снято. Ну и женщина исполнила, что он сказал, исповедовалась, покаялась в своем грехе, так что потом как-то все восстановилось. Но, видимо, получается как, что вот все-таки мир, человечество, это не собрание каких-то вот отдельно существующих индивидуумов, да, а некий вот живой организм, где все вот взаимосвязано друг с другом. И, видимо, когда кто-то вот произносит какие-то злословия, да, кто-то произносит какие-то проклятия, то он тем самым в целом вот в этот организм человечества вносит некую деструкцию, навлекает некие болезни, недуги, и страдает весь организм из-за того, что отдельные вот клетки этого организма, они оказались поврежденными. Вот так и человечество, где люди произносят всякие проклятия, потом думают, почему там и ближние страдают, и сами они страдают. А именно из-за того, что мы все время живем вне благодати Божией. То есть мы все время погружаемся в какую-то злобу, ненависть, негодование. И благодать Божия, она, ну, покидает людей. Тогда как рядом со святыми людьми мир преображался. И ну, тот же преподобный Паисий Святогорец, вот как вспоминал митрополит Афанасий Лимассольский, вот, наш современник сейчас, который на острове Кипр, Кипрская православная церковь, и митрополит Афанасий, он в свое время, будучи еще послушником, в первый раз с другими послушниками, пришли они к келье преподобного Паисия Святогорца, смогли его разыскать, и вот они, значит, постучали с молитвами святых: «Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». И вот он открывает, и они задали ему совершенно простой какой-то вопрос. Ну, они спросили, вот сколько нам вот поклонов класть, там еще что-то такое. И он им отвечает, но при этом, вспоминает владыка Афанасий, вдруг вокруг все заблагоухало. То есть наполнилось благоуханием удивительного мира, и на душе было чувство просто вот неизреченное, как будто ты на небе. То есть там, где человек вот молящийся,
А молитва не как вот наши слабые какие-то вот потуги, да, сквозь там суету помыслов пробиться к небу, а именно как живое богообщение. Вот там, где есть вот такая молитва и живое богообщение, то вокруг все преображается. И люди, которые находятся рядом с таким святым человеком, они тоже невольно будут чувствовать благословение, испытывать благословение Божие, потому что тут присутствует благодать Божия. А если люди только злословят и проклинают, то сами подумайте, кого они привлекают. Ну, какую-то демоническую силу. И эта сила, она разрушительна, она несет беды, страдания. В таких местах очень тяжело, тоскливо находиться. Но, конечно, если ты христианин, то вот, понимаешь, что куда тебя Господь привел, там и спасай свою душу. Там молись, вот там преодолевая все эти искушения, Господь своих не оставит. Но в любом случае, одно дело, когда ты находишься рядом с молящимся человеком, другое дело, когда ты находишься с человеком злословящим. То есть это совершенно не одинаковые вещи. Батюшка, вот такую сказали в начале о том, что вот что-то, скажем так, ляпнули, да, вот в порыве какого-то гнева к своим детям и так далее. И вот в случае с Паисием Святогорцем. Ну, каждый родитель что-то такое мог сказать в адрес своих детей. А как, и, может быть, по какому-то состоянию аффекта, скажем, это было произнесено. Все-таки как вот эту ситуацию разрулить? Я вот, например, ну, сколько случаев, историй того, и сколько ты слышишь в быту каких-то таких вот проклятий в кавычках, там еще что-то. Ну, как-то сразу не по себе стало. Неужели человеческое слово имеет такую огромную силу? Ну, не то, что человеческое слово. Это же не заклинание. Да и, собственно, магические заклинания, они сами по себе вообще ничего. Не значит, ну, да. Совершенно ничего. Ну, это... да, мы говорили, что Бог попускает пути, да, промысла Божия. Но человек, допустим, в том же оккультизме, в колдовстве, он входит во взаимодействие с падшими духами. И они специально начинают подстраивать, якобы его магическое заклинание подействовало. Да. То есть если бы это все так вот легко осуществлялось, то давно бы уже там поустраняли бы люди всех своих там конкурентов, там, целыми народами бы исчезали. Но магия, она не действует. То есть демоны, они очень ограничены в своих падших греховных возможностях. Поэтому и проклятие человеческие, они что означают? Они означают, что человек вот сам вокруг себя созидает ад. И, конечно же, те, кто живут рядом с ним, они будут соприкасаться с адом и страдать от этого. Вот что такое человеческое слово. Человеческое слово — это выражение твоей внутренней сути, сущности. А куда стремится твоя душа? Ты свою душу действительно в ад превращаешь? Так от тебя все будут сторониться, мучиться, никто не будет улыбаться, находясь рядом с тобой. Или другое дело, когда в твоем сердце созидается рай, Божие Царство. И другие, кто рядом, кто с тобой соприкасается, они тоже будут испытывать некое вдохновение. У них сердца будут оттаивать, отогреваться рядом с тобой, если в душе твоей рай созидается. То есть слово, оно выражает то, что внутри нас. То, что внутри. То есть это просто вот выражение. И, а, собственно, губит или спасает — это вот само наше внутреннее содержание, духовное содержание. Что ты вот в себе копишь? Ты копишь, ты все-таки исполняешься благодати Божией, или ты все больше своей злобой и проклятиями привлекаешь к себе каких-то демонических сущностей? Да, батюшка, следующая тема, которая вот тоже на самом деле была бы очень интересна. Вот в нашей традиции принято не произносить клятвы. Да? Не клянись ни небом, ни землей. Да, вот. Но все-таки мы всегда, и зачастую наши благочестивые христиане, как бы, ну, дают какие-то обязательства. Читать акафист каждый день там, или еще что-то. Приносят такие маленькие, наверное, клятвенные обещания. Мы практически всегда их не выполняем. Ну, бывает, что-то нужно получить, какое-то благо. Говорю, Господи, я вот это больше не буду делать, только помоги сейчас. Ну, действительно помогает. Потом вроде как
забыли и продолжаем делать то, что делали. А насколько это опасно вообще в духовной жизни произносить клятвы и их не выполнять? Спаситель сказал, что лучше вообще не клянитесь. Да. Не клянитесь. Пусть слово ваше будет «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. То есть, если ты что-то можешь понести, то ты просто это исполняй, не произнося никакого клятвенного обещания. А то, что касается, вы говорили, правила с акафистами, видимо, имели в виду некие вот обеты, которые дает человек. Но я поясню, что бывает так, вот какая-то, например, тяжелая ситуация в семье, вот, или там у человека где-то на работе. И, ну, действительно, в общем, молитва, она особенно действенна, когда человек ее сопровождает исполнением какого-то обета, какого-то нечто вот существенное. Допустим, он решил поддерживать какого-то, ну, страждущего, больного человека. Или, ну, что-то вот пожертвовать. Или действительно он решил взять на себя молитвенные правила, допустим, 40 дней читать акафист каждый вечер. Некоторые, например, вообще они отказываются от мяса, чтобы на протяжении всей жизни не вкушать мясной пищи. И действительно такая молитва, подкрепленная обетом, зачастую увенчивается прям таким вот, ну, молниеносным каким-то существенным успехом, да. Но это не значит, что другие молитвы, они не исполняются пред Богом. Просто нужно понимать, что все-таки ты, может быть, не потянешь обет, и тогда лучше его и не давать, этого обета. Ты, не давай обет, а ты просто вот читай эти вот 40 акафистов, эти вот 40 дней, да, ради самого общения с Господом, и проси, в чем у тебя нужда, да, в чем ты думаешь, что ты вот погибаешь прям, и, там, или на работе какие-то сложности, или там, в семье что-то случилось. Ты просто вот вставай на молитвы и молись. А обетами лучше не бравировать, не показывать, что я вот такой весь там способный на какие-то подвиги. Потому что Господь может посрамить. Мы иногда необдуманно это берем. Но если уж такое случилось, надо, конечно, покаяться, исповедоваться, там уже с духовником как-то это решить. Но обеты — это все-таки исключительное дело, не для каждого человека. Да, и, ну, может быть, кто-то вот из людей, он, ну, вот однажды в жизни, может быть, даст какой обет. Хотя вот есть неплохие обеты, я вам скажу. Например, бросить курить. Бросить курить ради того, чтобы вот у ребенка что-то вот исполнилось. Ну, вот к преподобному Паисию Святогорцу тоже как-то тоже там приходили, и один человек очень просил за своих детей, но и преподобный Паисий говорил ему, что если ты хочешь, чтобы молитва исполнилась, то ты хотя бы вот просто... ну, ты вот хотя бы что-то сделай ради своего ребенка. Хотя бы вот откажись от курения. И тот человек, он прям взял пачку сигарет, смял и вот и оставил тут ее на стасиде, вот в домовом храме преподобного Паисия. Потом, правда, после этого курьезный случай произошел. Там, значит, приходит следующий человек, беседует с Паисием. Тот преподобный Паисий говорит ему... И тот следующий человек, он решил, значит, закурить рядом. А это же Афон, гора Афон. И старец ему говорит: ты что делаешь? Ты, здесь же святая гора, ты почему решил закурить? А он говорит: вот я там у тебя на стасиде увидел пачку сигарет, ты там куришь, а мне здесь нет. Ну и преподобный Паисий говорит, что вот так мы быстро скатываемся к осуждению кого-то, неправильно поняв ситуацию. До этого приходил человек, который как раз отказался полностью от курения, смял эту пачку, положил ее, оставил там. А тот, который следующий пришел, он подумал, что это Паисий Святогорец специально у себя держит сигареты. Ну, такое бывает, да. Когда понимаешь, что клятва нарушена. Понятно, идем на исповедь, каемся. Но какие-то есть последствия все-таки таких? Вот, ну, вы меня спрашиваете, как будто я какой-то старец такой. Ну, какие-то же есть, скажем так,
Но я думаю, духовные что, системы, скажем, конечно, так. Господь милосерд. Да, ну я то, что вот наблюдал, да, там, допустим, один человек, он, значит, он там дал обет, ну потому что супруга, вот у нее уже она беременна, да, а ей говорят, что все там, я не знаю, что там медицинский, что вот вам только аборт, и все, там вариантов нет. Потому что там, ну, я не знаю, то ли внематочные берет, то ли там чего, ну, в общем, мол, вариантов нет. И они вот дали обед, да, ну, они как обед дали, то есть вроде как полное супружеское воздержание. И, а у них, в принципе, это был уже четвертый ребенок. Ну, вроде как думали, что они потянут сейчас такой чистый, почти монашеский образ жизни. Ну и действительно, ребенок это родился благополучно. То есть то, что они просили, было дано. А потом получается так, что они не потянули вот этот обет. И потом еще рождались дети. Но потом вот онкодиагноз был ему поставлен. И он, в общем, понял, что это за нарушение обета. Но тоже он, конечно, каялся, исповедовался. И, в общем-то, не умер он от этого диагноза. И, то есть Господь милосерд. Господь милосерд, и даже если люди неустойчивы и где-то спотыкаются, все равно Господь поступает по своему милосердию к людям. Но чтобы у нас все-таки в духовной жизни была некая серьезность, а не то, что там захотел, дал, захотел, там отменил. Господь вразумляет. Это да. Вразумляет где-то очень такими тоже серьезными своими посещениями, и человек понимает, за что ему это было дано. Но все в конечном итоге разрешается положительно. Мы все равно так или иначе в жизни берем какие-то обязательства. Воинскую присягу, например, принимаем. А священник свою присягу принимает. Правда? Ну, конечно, да. И какие-то еще, возможно, обязательства даже, ну, возможно, ну, даже которые в твоем договоре написаны. Ну, в общем-то, если прям такие клятвенные обязательства, обеты, то их не так много, их не так много. То есть это воинская присяга, это действительно присяга священника. Это, по идее, я не знаю, как там сейчас, но клятва врача, да, то, что раньше как клятва Гиппократа, но она скорректирована, конечно. Гиппократ был все-таки язычником. И я не знаю, сейчас вот дают или нет, но, в общем, то, что касалось наиболее вот таких вот существенных, существенно важных жизненных служений, это защита Отечества, забота о здоровье и забота о духовной жизни народа, то сопровождалось некими клятвами, потому что те, кто принимали за это служение, они, ну, это не просто вот работа, ты всего себя должен отдать, пожертвовать этому. И, соответственно, такое пожертвование себя этому служению, оно сопровождается обетами пред Богом, что вот только вот так и все, я всецело посвящен этому делу. А не так, что то захотел, стал священником, а потом захотел, перестал. То есть священный сан — это все-таки не телогрейка, которую то одел, то снял, в зависимости от погоды. Да. А все-таки это меняет твою жизнь полностью. Ты уже посвящен Богу. Ты не можешь принадлежать себе каким-то своекорыстным, своим пожеланиям. И вот путь, он только такой. Если кто-то сходит с этого пути, нарушая обеты, потом он очень мучается. То есть это... То же самое, если говорить про воинские, да? Ну, присяги, там, то... наверное, все-таки попроще. Нет, ну если но он становится... Если, ну, в принципе, да. Да, в общем, те, кто даже посвятили себя тоже вот, армии, офицеры... Если вдруг он, ну, просто вот уходит, он, в принципе, он не становится каким-то, может быть, клятвопреступником, его там отпускают. У них же нет вообще хиротонии, как у священников, посвящения. Но все равно некоторые, они себя вот уже не так вот чувствуют, как бы немножко не в своей тарелке. Ну, хотя, наверное, у всех по-разному.
Там... Говорят то, что предавший однажды предаст... Нет, они-то не предают, а нарушение, прямое нарушение клятвы, ну, да. Это, конечно же, именно предательство. Когда ты давал присягу, что будешь вот, не щадя своего живота, отстаивать интересы своего государства, да, а потом вдруг переходишь на сторону врага, и вот это уже прямое предательство, конечно. Как быть в такой ситуации, когда ты, скажем так, ну, сейчас не про войну говорим, а вообще в целом, когда тебя предает друг, либо всякое бывает в семейной жизни, предают супруги друг друга, и кто-то просит прощения, просить ты не можешь. Ну, не можешь ты простить просто. Что значит не можешь? Просто не можешь. Как ясно, понятно. Ну, конечно, предательство — это, наверное, самый такой, может быть, страшный грех. Да, то есть всякое предательство — это убийство. Uh-huh. То есть это убийство дружбы, если предают друга, да, это убийство семьи, если предают семью. То есть ты все разрушаешь. Ну и, кстати, предательство Бога, да, то есть это тоже убийство своей духовной жизни, фактически, когда человек предает грехом своим. Ну, бывают и те, кто прямо вот отрекаются от Бога. В советское время очень тяжело было, да, кто-то вот слагал с себя священный сан, кто как, но всегда это очень заканчивалось плачевно. Поэтому надо понимать, что это вот как действительно как такой ядерный взрыв, в переносном смысле, это как аллегорически, если это объяснить. Ядерный взрыв, который все повреждает вокруг, и страдает не только этот человек, но и те, кого он предал. Но те, кого он предал, они должны понять, что хуже всего ему, предателю. Вот в чем дело. Поэтому как раз о нем и надо бы помолиться, чтобы Господь его вразумил, и чтобы душа его спаслась. Вот в чем дело. То есть, а мучаются в итоге все, повторю, о чем мы уже говорили, что человечество — это как некий организм. Ну, представим, что вдруг раз вот ноги перестали ходить у тебя. Ну, условно говоря, предали весь организм, вот не выполняют свои функции. Ну, мы понимаем, что в телесной физиологии это тут как бы все нейтрально, тут никто никого не предает, просто тут вышли из строя. Но если ноги перестали ходить, от этого весь организм страдает. То есть он не может уже так двигаться активно, а организму нужно движение. И тогда другие органы тоже испытывают какой-то дисбаланс. И нужно, конечно, там и какие-то массажи, какие-то вот усилия предпринимать, чтобы из этого выйти. И вот то же самое, когда вдруг кто-то из людей вот, ну, перестал быть человеком. То есть предательство — это ты перестаешь быть человеком. Потому что, повторяю, что всякое предательство — это убийство, и в этом смысле это ты убиваешь в себе человека на самом деле. Свою совесть убиваешь, и сам предатель мучается, и те, кто пострадали из-за него. Но хуже всего ему, потому что он прокладывает себе дорогу в ад, и вот... Для того, чтобы как-то решить эту ситуацию, нужно как раз молиться о его вразумлении. Даже если ты сейчас не можешь его простить, то хотя бы просто молись о его вразумлении, что вот, «Господи, вразуми его». Или за себя молиться: «Господи, дай мне силы простить». Да? Ну и за себя, конечно. А со временем уже мы начинаем прозревать, что, оказывается, в какой-то мере каждый из нас все-таки является предателем. Грешим когда, да? Потому что у каждого из нас есть какие-то грехи, не всегда они мелкие. И ведь по большому счету всякий грех — это, вот понимаете, вот есть у нас всегда вот выбор — отдать предпочтение Богу или греху. Богу или греху отдать. И мы... зачастую выбираем именно грех между Богом и грехом. И вот когда у вас возникнет какое-то искушение, да, то вы подумаете, вот лучше что мне все-таки вот этот вот грех выбрать или Бога? Лучше, конечно, ко Господу идти. Но сколько раз мы все-таки спотыкаемся, выбираем грех, становимся предателями, однако Господь нас не уничтожает. Угу. Он солнце, лучи солнца всем дает, дождь на всех посылает.
на праведных и неправедных, потому что он всех любит, как непослушных чад. И поэтому в конечном итоге надо, конечно, понимать, что если мы прощаем предателей, то и Бог и нас, и наше вот предательство простит. Вот бывает такое, что вы говорите, да, человеческое — это целый организм. Когда организм вообще в полном составе начинает предавать. Да, вот, вот что происходит, целый народ, например, у нас в стране аборты. Ну да, да, вот это, да. На что нам надеяться в такой ситуации? Хотя, получается, друг за дружку отвечаем, да, получается. Ой, ну, в общем, вы очень такой образ, он устрашающий даже привели, когда весь организм начинает... Ну вот статистика просто да. есть там, сколько, и получается, сколько такое, миллионов детей убиено. Такой организм, он будет обречен на смерть, на уничтожение. Потому что, ну, так и происходит и в Европе, когда рождаемость, она уже сходит на нет, и, соответственно, туда и приезжают мигранты с Африки, с Азии, в общем, непонятно, скоро кто там будет жить. И, в общем, у нас... По меркам европейцев, это дикие люди. Да. Но эти дикие люди... Любит детей. Любит. Поэтому рожают. Они как раз, может быть, и продвинутся вперед. Ценят жизнь. Да. Но единственное, что я вот насколько слышал, что у нас не так давно слышал, что стало меньше абортов, потому что стали вот как-то действовать в этом направлении. Угу. Аборты существенно уменьшили, существенно снизились. Ну, потому что есть сейчас, работают такие целые программы, да, государственные, и поощряется многодетная семья, и даже дают, ну, действительно, государство выделяет всевозможные финансовые вспомоществования, льготы всякие, да, и поэтому как-то стали, ну, в общем, темп абортов замедлился, но не исчез. И рождаемость, она вот, ну, пока вот, конечно, не очень мы вперед продвинулись. И я надеюсь, что это удастся решить, потому что на самом деле самая большая эта проблема, она не в геополитике, не в том, что там идут какие-то вот противостояния Востока и Запада, а в том, что мы начинаем сами вымирать. Сами вымирать. И в этом есть наказание? Так а наказание за наше же собственное неразумие. Если вы убиваете своих же собственных детей, какое у вас будет благословение Божие? То есть ясно, что народ, убивающий своих детей, он лишается Божьего благословения. Ну, конечно, лишается в лице тех, кто убивают детей. Но если их будет 95%, то что тогда с таким народом? То есть нам надо бороться за сохранение жизни детей. И тут много, конечно, здесь методов, в том числе, чтобы из вот этого вот само направление абортов их изъяли хотя бы из ОМС, вот это, медицинского страхования. Чтобы хотя бы за это мы чтобы, не платили. Да, перечисления с зарплат людей, вот они не направлялись на это. А то получается, что страна сама же и оплачивает, люди оплачивают. Хотя вот это вот, ну, я не знаю, правильно, что мы сейчас вот это обсуждаем. Ну, на самом деле, это, от этого никуда не уйдешь. Это просто есть. Ну, если так уже глобально, ну, продолжим нашу тему, да, действительно, получается, от нас требуется какое-то, если мы вместе все отвечаем, если мы все народом грешим, то, получается, мы вместе должны каяться. Вместе каяться, а как это делать? Да. А есть вот как раз... Статистика тоже не очень такая. Ведь, нет, покаяние в данном случае не в том, что где-то вот собраться там на площади, и кто-то там прочитает, а некое существенное изменение внутри самого народа. И оно как осуществляется? Вот те, кто делают аборты, пусть они все-таки вот идут на исповедь и не боятся каяться, покаяться, исповедоваться в этом грехе. Потому что я знаю, что люди как-то очень боятся исповедовать именно этот грех, но, видимо, совесть все-таки она подсказывает, что это нечто такое страшное. И даже вот взять некую епитимию. Потому что грех аборта, он все-таки нуждается во врачевании епитимией.
Ну, епитимия, как ну, некоторые называют это наказанием, но некие такие уврачевательные методы, которые должны помочь человеку как бы переосмыслить всю эту ситуацию. Допустим, хотя бы один раз в день положить всего лишь один земной поклон с молитвой «Боже, прости меня грешную». Хотя, опять-таки, получается, что тоже, вот посмотрите, какое у нас тоже лицемерие получилось, что в основном каются в абортах женщины, а мужчины, они как бы тут и ни при чем. Но ведь дети же не появляются без мужчин. Почему приходят и каются только женщины в грехе аборта? Ну да. А мужчина, мы как бы ни при чем. Мы в стороне. И вот это вот, повторю, это все разрушительно. То есть, когда мужчины говорят, а мы тут ни при чем, а женщины идут и убивают детей. А убивают потому, что мужчины тут ни при чем. То есть вот оно, неспровержение всех вот и духовных, и нравственных порядков. И какое уж тут будет благословение Божие. То есть, прежде всего, конечно, созидать свою семью, то есть с семьи начинается исправление всего народа. То есть внутри своей семьи рождать детей, воспитывать их. И тогда это в целом во всем организме нашего народа скажется. То есть вот только так идти. Да, поэтому, наверное, на самом деле нужно как, все равно начинать с себя. Если ты порядочный, вокруг тебя соберутся порядочные люди, да, и общество, может быть, будет оздоровляться. Все-таки от каждый из нас боец, единица, будем бороться. Уже, кстати, отступать-то некуда, да, батюшка? Можно так сказать. Быть поближе к Богу. Да. Каждому. Быть поближе к Богу. Не предавать Бога в своей жизни, в своей семье. Дети — это благословение Божие. И чтобы сохранять это благословение, нужно рождать детей. Угу. Мужчинам нести ответственность за свою семью. И вот такой народ он выстоит, потому что действительно нам некуда уже отступать. Уже последние года показали, как, сколько умерло от коронавируса. Достаточно много умирало. Потом вот нынешние тоже непростые времена. То есть народ сможет выжить только за счет высокой рождаемости. А для этого надо, чтобы что-то поменялось внутри. Будем молиться за себя и за своего товарища, за своих близких, родных, да не только, за нашу страну. Батюшка, на этом наша программа окончена. Спасибо за то, что нашли время сегодня прийти к нам. Благодарим телезрителей за вопросы, за внимание. На этом все. Напоминаю, что в гостях у нас был Иерей Валерий Духанин. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.